Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хотел бы показать свинку в охоте. Очень важный момент такой. На самом деле, белая свинка, она крыс. Куда? Нет, ничего не думай. Да, еще раз. Нет, я за это не хочу. Давай, пошел. Блин, пожалуйста. Сейчас, подожди. Я так поснимаю. Свинка у меня. Илюха, отдай мне Женю травы, брошу ее, она течет. Свинка у нас будущая свиноматка. Возраст у нее 7 месяцев от рождения, то есть у меня она 6 живет. Значит, смотрите, какое очень хорошо сработало средство. Я ее начал выгуливать, там видео выложу сейчас, как она бегает там, гуляет по улице. До этого, вот, ну, до 7 месяца она никаких не проявляла признаков этого самого, половой охоты. Только я ее начал выгуливать, буквально 2 раза выпустил ее, выгулял. И сразу же, у нее появились все признаки. Ну, напухли органы половые. А ну, Илюха, иди, помоги. Я, может, быстро заскочу. Илюха, помоги мне, я хочу зайти показать. Давай, она отошла. Закрывай дверь. Значит, смотрите. Поведение неспокойное, а то на второй день орет у меня. Орет и, наверное, ждет, чтобы к ней пришел этот, как его. Значит, сразу смотрим, не стесняемся. Во, видите? Распухли у нее половые губы наружные и внутри. О, и поведение. Вот я ей становлюсь, все, она в стоечку стала. Ложу руку на нее, упираюсь ей в круп, она не уходит, ждет. Все, она готова к случке. Кстати, по поводу внешних половых органов, смотрите, но визуально видно. Допустим, сегодня они такие, завтра они становятся больше. Вот когда каждый день обращаешь на это внимание, наблюдаешь за ней, то все становится понятно, и вы безошибочно определите, гуляет, не гуляет. Ну, конечно, свинки разные бывают, но это вот получилось у нас именно как вот положено быть. Она и гавкает там. Ну, кстати, по поводу еды. Плохо есть, нету у нее такого. Гавкает, как собака. На всех бросается, вон, видите, как сразу реагирует хорошо, когда на нее становишься. Молодец, хорошая Маша. Сейчас будет, тебе мальчик придет. В общем, для убыстрения, так сказать, процесса ну, охоты половой, мы сделали выгул. Я начал выгуливать ее. Смена для нее была, смена обстановки. Можно, говорят, можно поголодать ее, ну, не давать ей кушать вдоволь, она чуть-чуть поголодает. Поменять можно место жительства, тоже будет стрессом. И все эти, как скажем, приемы позволят вам ввести свинку в охоту. Еще один момент, на добавках свиньи растут быстро. Но и такой, все, вот сколько я не общался там, и ветврач там знакомый говорит, ну как бы добавки все хорошо, но на добавках она хоть и растет быстро, но в охоту входит позже, хуже как-то. Возможно, связано с тем, что она в короткое время набирает большой вес и думаешь, что это уже настоящая свинья, начинаешь ее пытаться там случить, а на самом деле ей еще там возраст совсем ничего. Ну и, соответственно, из-за этого такое вот, видите, как поведение ее, она от меня трется там, что-то, перед этим она за день вообще ходила, мне дороги не давала, ну, вот так вот била меня, толкала, постоянно что-то меня приставала ко мне. Я не мог понять, что случилось, а посмотрел, ну, как бы, еще не особо было видно сзади, но сегодня уже конкретно с утра кричит, что-то просится. Все, мы сейчас привезли хрячка, будем случать, давайте я покажу хрячка. Взяли хрячка, но тоже хрячок небольшой. Алёха, выпусти меня, пожалуйста. Хрячок небольшой, поэтому для перватки пойдет самый раз.
она становится, я ей на круп это самое, она сразу ставит штуку, ноль эмоций. И никуда не уходит, все классно. Это наш хрячок. Ну как наш, мы хрячка взяли. Значит, алло, дядя, давай, наверное, Илюха, туда его загоним в сарай, закроем дверь и пустим дальше. Значит, хрячок, вы видите, он не очень большой, потому что молодой. Ты я не думал, что он курей съест? Нет, аппаратура. Давай, подожди, подожди, не спеши, он пусть освоится, чтобы он не боялся. Ну, судя по размерам его яиц, все должно быть нормально. Ну, в принципе, знакомый брал его уже, у него свинка приносила 10, там, чи 11. Ну, как бы многоплодие, нормально, он, у него все работает, все хорошо, поэтому мы его и взяли. Плюс, самый большой плюс в нем, его размеры. Он такой, еще не успел вырасти до 200 килограмм, потому что у меня свинки вообще, ну, перватки совсем небольшие. Не, ну, ладно. Слышь, надо же ванну принять. Сейчас он немножко нагуляется, и мы его запустим. Дать ему руку понюхать, и он, наверное, за мной пойдет. Алло, дядя, зацени. Вот это единственный недостаток. Он там на бетоне живет, так воняет, невозможно. Мои вообще не воняют, руками потерся, мне вообще не воняет ничем. От этого ж свиньей воняет капец. Ну, в принципе, все, сейчас мы хряка этого запустим. И посмотрим, что из этого всего получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.